нас нет другого выхода. Если бы мы затолкали бы себя внутрь выполнения жестких заповедей с намерениями, которые мы не понимаем, что они значат в принципе, да, то мы бы этим сузили бы себя настолько, что никогда бы не смогли с этим лозунгом, с этой идеей, с этой методикой выйти к людям. Они бы не приняли бы и не поняли бы нас, они бы видели бы нас как именно секту, или просто религиозные, которые, кроме того, еще учат каббалу, мы бы не смогли бы разрастаться. Все-таки нам нельзя, конечно, уходить в противоположную какую-то линию. Мы должны где-то держаться средней линии, не ортодоксовской и не шенкеновской, но где-то посреди, швелезав, золотая середина, она должна быть какой-то вот такой выбрана, и где-то по ней мы должны идти.